Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодня видео посвящено проекту My Bitcoin Tube. Значит, друзья, выводы там закрыты опять. На вывод можете не ставить. У меня есть информация официально от создателя этого проекта. Значит, грядут большие перемены здесь. Сайт будут закрывать на некоторое время. Вот 17 часов назад Кара Берет, вот этот вот создатель проекта, значит, что он здесь нам пишет? Я скопирую, все оставлю в описании под видео. Нажимаю «Показать перевод». Я все зачитывать не буду. Объясню так, своими словами, то, что я поняла. Здравствуйте, дорогие уважаемые участники. С гордостью объявляю, что будет F2.0. Это вторая часть что-то. У нас есть несколько захватывающих новостей о My Bitcoin Tube. Значит, я не ожидал, что сайт будет развиваться так быстро. Но сайт, правда, развивался очень быстро, и все хорошо здесь заработали. Значит, что здесь будет закрыт на неопределенное время, не знаю, насколько, все балансы будут обнуляться от этих БВП групп, насколько я могу, если я правильно поняла, потому что перевод вообще гоблинский, вот этого не будет групп, будет рэвшары. Рэвшары — это, ну, букс. Вот. В общем, все вот это баланс, все обнулится у нас, будет подсчет у них тут. В общем, они тут все подсчитают, что-то вернут на основной баланс, что кому-то они вернут ничего. В общем, я вчера, у меня было на балансе $40, и я вчера прикупила премиум членство. Это все, как бы, я думаю, останется. Это все убирать не будут. У меня на 52 дня. Вот это премиум. И я вчера, честно говоря, струхнула, что, ну, здесь будет также АД-пакеты мы будем покупать. Написала письмо, что я вот купила премиум членство, ну, а вот этих монет-то не будет. Вот. И попросила, говорю, можно ли вернуть на баланс мою сумму, чтобы я уже на эти деньги купила АД-пакеты. На что он мне ответил, что премиум членство мне пригодится, то, что я продлила. Говорит, лучше, конечно, премиум, чем вот эти пакеты. Ну, я написала, тогда пусть остается все как есть. Потому что это все как бы останется. Как я поняла, ничего обнуляться, вот это, что у нас продлено премиум, все останется на своих местах. Только что будут такие вот обновления. Значит, так, все ваши счета и остатки счетов будут очищены, как я сказала. Тогда мы будем рассчитать, сколько вы хранения получили, передачу комиссии и сколько вы сняли. А затем сумма будет добавлена в ваш баланс покупки. Вот как. Вы можете использовать свой баланс покупки, чтобы купить отпак. Ну и вот здесь формула расчета. Как бы все расписано. Далее что? Еще так, больше супер видео. Когда кто-то покупает, то потом, ну, это ладно. Что они тут еще нам пишут? Все это прочитайте. Такое основное сказать будет. Ну, защита у них здесь. Еще они пишут, что очень сильная у них тут защита. Так, и... Так. Ну, сделаю тут партнерская программа. Была 10%, вроде будет 20%, что-то такое. В общем, все здесь прочтете. Вот.
И пакеты, что-то здесь будет. А в месяц 120% это будет для обычных пользователей, а 135%, по-моему, вот для премиум. Премиум оно останется. А я вот как раз прикупила себе вот премиум членство. Вот. Ну, в принципе, это все, что я хотела сказать. Вот эта группа, вот у меня одна группа. Здесь все как бы общаются. Тоже здесь как бы вот эта информация, то, что я вам прочла. А это уже здесь группа, ну, другая, она закрытая. Это как бы чисто новостная. Здесь так не пишут. Вот, просто вы администратор выкладывает здесь как бы новости. Вот. Надеюсь, моя информация была вам полезна. Я в проекте. Закрою, сайт отключат. Вот. Буду я до последнего. Подожду, когда будут у них тут обновления. Я уходить не собираюсь с этого проекта. Мне проект определенно нравится. Никто никого не принуждает. Если хотите, выходите из проекта. Ну, не хотите, ждите, когда сайт будет опять работать. Ну, я вот сегодня буду просматривать вот и бонусные видео у меня как бы есть. И у меня вот, был, я раньше получала доллар 20. Вот тоже они снизили немного, но это все написано в вопросах-ответах, потому как фиксированной суммы здесь как бы по этому видео нет. Это все зависит от дохода проекта и распределяется по группам уже между участниками. Все это я буду просматривать, конечно же. Ну, в принципе, на этом все. Всем удачи, больших заработков. Все я оставлю под видео. Прочитайте и примите для себя решение. До новых встреч!